О дружбе народов в проектах. В Доме национальностей торжественно открыли форум «Межнацакселератор». Участники – 150 представителей молодежи, студенчества, разных национально-культурных автономий. Здесь они, чтобы представить федеральному жюри свои проекты. Для общественных организаций и для национально-культурных автономий будут даны рекомендации и предложения, проекты и методики по организации деятельности самых организаций. То есть какие вопросы могли бы быть затронуты в части мотивации активов, какие направления могли бы быть ключевыми в части построения программ развития или проведения иных досуговых событий на территории города Иваново. Федеральные спикеры рассказали собравшимся, как привлечь молодежь в этнокультурные проекты и управлять молодежным общественным объединением в современных условиях. Авторам самых рабочих проектов обещали помочь. Большинство тем связаны с развлечениями, спортом, образованием. Они же формируют событийный календарь регионов. Буквально каждую неделю бываю в регионах, где молодежь придумывает интересные идеи и реализует их. И есть очень много интересных проектов, объединяющих молодежь разных национальностей. Это проекты и образовательные, и культурные. И сейчас такое быстрое время, когда все очень быстро меняется, важно создавать что-то, что сохранит традиции, культуру, языки и сделает это современными способами. Областному центру есть что представить. Проект «Чемпион-37» и спортивный, и межнациональный. По всем условиям подходит и в поддержке нуждается. Не сколько материальной, сколько в информационной. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.